Всем привет, дорогие друзья, с вами группа AGT и ее администратор Денис, и мы продолжаем проходить шоу-кейс «Женская эволюция, революция», как он там называется, я уже запутался, но мы продолжаем, я думаю, это уже будет финальная серия, потому что нам осталось 3 матча, и сейчас мы будем биться Шарлотт против Аски, друзья, как Аска всех выносила на то время. Как выиграла Royal Rumble в прошлом году. Да, она была непобедима со времен NXT до Мании 34. Бамс. Прикольная запись, кстати, вот это на ринге. 914 дней она была непобедима, представляете? До Мании 34, до тех пор, пока не встретилась с Шарлотт. И сейчас мы будем проходить этот матч. Надеюсь, задания будут... О, мы сразу же со сценки начали. Круто. Отлично. Ну, со сценки начать тоже, думаю, это хорошее начало. Так. Опа. Ох, мне даже интересно, сколько эта финальная серия продлится, раз осталось 3 матча, еще плюс вот эти сценки долгие. Оп. 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 Ого, посмотрите, Шарлотт на пол, на пол головы выше Аски. Офигеть. То ли из-за ботинок, то ли Аска такая невысокая по сравнению с Шарлотт. Ну ладно. Так. Я вернул лимит на реверсалы, дабы матчи быстрее проходились, чтобы на заданиях не повисать. Все в этом духе, друзья. Так, сейчас вот первое задание, думаю, пройдем. Нанести урон на ринге, да? Прошли, дальше. Давайте дальше, Irish Whip. Это, видимо, для стенки, да? Понятно. Так. Так. Что, гильотина уже, что ли? Посмотрите, Аска уже захватывает меня на гильотину. Воу. Так. Не-не-не-не-не. Ша, короче, вырывается. Валит бедную Аску. Так, давайте задание-то пройдем. Что такое? Она опять реверсирует. Не дает просто кнут сделать. Так. Так, у нее реверсалы закончились, но тем не менее она доминирует. Еще, видимо, на суплекс пойдет, да? Да. Нет, Шарлотт сбрасывает кроссбади. Ну, задание дай мне пройти, пожалуйста, Асочка, дорогая, любимая. Спасибо. Так. Опа. Красиво. О. Бамс. Так. Я тогда, кстати, думал, что здесь выиграет Аска, а Шарлотт в итоге ее стрик сорвала. Блин, как будто неплавно идет, как будто какие-то просадки. Жестко смотрится, если честно. Так, таунты от Аски уже на движке игры. Че дальше? Knife Edge. Чоп. Аска. 3 раза в углу. Максимально умные задания. Раз. Два. Три. Тащите следующее задание. Perform Running STO. О, приемы стандартных мувсетов. Черт, Float Over DDT. Значит, у нее, видимо, без зажима проводится. То есть просто нажать на захват во время бега. Отлично. Дальше. Атака Аска, Front Standing Strike in the Ring. Ща. Мне сначала нужно немножко... Ой-ой-ой, завалить, не получилось. Так, вот за фикс. Аска, вернись. Опять стенка. Некбрейкер. Нет. Аска хочет на болевой зайти на свой, на Аскалок. Опа, с захватом
Ног еще. Так. Бэмс. Станнер фирменный, шарлотовский. Так, дальше нет. Реально в этих, в катсценках просадки немножко есть. У меня, кстати, уже ноги желтые. Так, ноги атаковать до желтой, окей. Я смотрю, шоу-кейс просто посвящен вот этим заданиям с атаками конечностей. Прям не знаю, какая это, блин, болезнь конечностей в игре, что нужно их постоянно атаковать, это капец. Слишком жестко, как по мне. Так. Слишком много однообразных заданий. Ну, господи, ну сколько тебя еще туда бить? Давай. Ну, сколько? Господи, да у тебя из чего там ноги-то, а, сделаны? Я уже раз пять это провел. Ну. Офигеть. А, у нее буст просто активирован, поэтому не помогает нифига. Урон слабее же во время бустика, да, все. Так, дальше. Давин Мунсолт. Так, опять сценкой, да? Вау! Ух ты, сразу в амбар. Сразу в амбар. Так, Шарлот наша отбивается. Ударчиками. Так, фиксирует Бостон Краб. Ничего себе. Реально подлагивает в катсценах. Непонятно почему конкретно вот в этих катсценах подлагивает. Вот, в прошлый раз-то такого не было. А вот здесь почему-то такая ерунда присутствует. Видите, друзья, это очень странно. Ну ладно. Так, ноги до красных. Надо было тогда усилиться, черт. Ладно, сейчас. Сейчас усилимся и будем атаковать. Да, ну и таунт. Таваларис сбишка. Шарлот вообще не подходит. Так. Давай, давай, давай. Она, кстати, вообще не контратакует. Уже оранжевые. Опять бусты включились, блин. Так. Она хоть ради приличия бы реверсал провера провела. Вообще не проводит. Сори, заговариваю, с утра просто записываю. Так, нужно разговориться, как говорится. Так, все, дальше что нужно сделать? Spanish Fly. Что? Spanish Fly, так это для нее добавили? Я и не знал, сейчас посмотрим. Так. Я думал, для кого это добавили? Это для нашей королевы. Добавили Spanish Fly. Мне кажется, или в игре вот этот Spanish Fly есть обычным приемом, по-моему. Или конкретно вот этот чем-то особенный. Да, да, абсолютно то же самое, разве только что комментарии фирменные, так сказать. Ну и встает по фирменному удержание. Сценка будет? Так, фронт стейдинг страйк опять. Это, видимо, для сценки, да? Да, для сценки опять. Причем я нажимал на кнопку, чтобы чет провести естественный отбор. Нет, и тут же болевой. Ну, красиво выглядит. Такой из ножниц. Армбар из ножниц, так. Кстати, сейчас глюков никаких нет, на удивление. Все нормально работает. Даже интересно, как. Бамс. Ну, будет такой на реверсах построен. Кто первый сможет заломать? Бамс. Бамс. Еще чоп. Опа, Фарсман Керри. Так. Ой, реально так мыльно выглядит арена в этой сценке и сама... Сценка, все так замедленно, капец. Так, сворачивание, нет. Бэмс. Спир.
Kick out. Так, продолжаем матч. А у меня финишера нет. У меня, к сожалению, финишера нет. Ну кого ты бьешь-то? Чё прицел-то сбился, блин? Капец, у меня сейчас сам бот бил почему-то. Чё за кретинизм? Капец, у меня сейчас сам бот атаковал. Это было максимально странно. Напугал ежа голой жопой. Стой. Ладно, сейчас тогда вот так. Давай на ринг. Ого. Ого. Нет. Так. Так, сейчас тогда финишер накоплю уже без использования сигнатурки. Почему? Потому что он сейчас уже накопится. Так. Еще пару приемов и все, наберется. Кстати, вот на больших аренах толпа реально лучше звучит. Это заметно теперь стало. Черт. Еще было заметно, что мне сейчас дропкик провели, да. Черт, нет. Понятно. Меня задницы сносит. Фух. Как тебя завалить, а? Упади. Так, сейчас мы ее завалим. О, Queen Suplex. Отлично. Так, и вот сценка опять включилась. Так, не получается у Шалт. А со второго раза Аска вообще так смотрела и просто вообще даже не пыталась реверснуть. Насколько я помню, там так это все и закончилось. После восьмерки все, сдалась Аска. Шарлот побила стрик. И потом в следующем смакдауне, сколько я помню, благодаря айконичкам Кармела закешила свой кейс и стала чемпионкой аж до Саммерслэма. Но все эти моменты игра пропускает, и мы сейчас перепрыгнем аж вперед чуть ли не на полгода. О, сколько всего открытого. Идем дальше, мне как раз сейчас монетки эти нужны для карьерки. Мы идем дальше, у нас следующий матч, я так понимаю, это, по-моему, Evolution. Вот опять они хвалятся, что они везде появляются, везде у них матчи, везде выступают. И вот сразу же женская ППВ. И вот они заслужили свою ППВшку. О, Riot Squad даже засветились. Прикольно. Вот Сару Логан я на NXT, кстати, не видел. А, Наталья, Бэнкс и Бейли бились против Riot Squad. Я, кстати, об этом даже и не знал, кто с кем там бился. Сейчас тут хоть узнал. Конечно, был более крупный матч. Был более крупный матч на Evolution. She sucks. Ага. Они были лучшими друзьями со времен NXT.
У них было множество матчей друг против дружки. Но вот на SummerSlam Шарлотт удержала Бекки Линч и забрала у нее титул. И вот здесь вот этот хилтерн произошел. WWE. И вот с тех времен началась эта бешеная поддержка Бекки. Все эти сюжеты, матчи, заломы. И вот мы теперь на Evolution. Бекки Линч против Шарлотт Last Woman Standing Match. Сейчас мы повторим, собственно говоря, эту историю так. Вроде бы как этот матч здесь самый лучший считается по сценкам. Так, перформы, где у него этот лэгдроп-то выставлен? Господи, теперь искать должен. Черт. Вот, видимо, да. Бамс, походу, вот это. Серьезно, что ли? Это у нее еще где-то есть? А, на голове еще, точнее, у головы. Блин. Нам, кстати, по-моему, впервые дают за вот такую современную Бекки поиграть в шоу-кейсе на данный момент. Реально впервые. О, бэкпак-станнер, отлично. Ну что, давай. Черт. Ну давайте повторим историю. Давай, Шарлотт, повторим историю. Ну, я, кстати, если честно сказать, этот матч не видел. Так что я не в курсе, что тут должно быть. Даже будет не с чем сравнить. Но я знаю, что я туплю вот на задании сильно и не могу выполнить. Ну давай, падай, только не отползай. Зачем, блин, зачем? Мне голова ее нужна. А голова твоя... Нет! Черт. О, ребят, сори, туплю капец. Не выкатывайся, спасибо. Нет, она мне еще и не позволила провести лэгдроп-то чертов. Восьмой. Че, она мне выкинет сейчас, что ли? Класс. Какая-то темная арена, вообще капец. Пойдем на ринг, мне тебе лэгдроп нужно проводить. Лэгдроп, 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 лэгдроп. Ну ты куда? Совсем, что ли, чеканулась? Иди сюда. О, комментаторов нет. Еее, у Бекки Таунты старые стоят. Бекки, ой, Шарлотт, иди сюда. Ну ты что, совсем, что ли, чеканулась? Господи, она затягивает прохождение своими таунтами дебильными. Давай, ну наконец-то. Что, не то опять, что ли? У головы же делаю. Что игре не нравится? У головы делаю, чертов флэгдроп. Так. Я понял. Сори, ребят, это я тупил. Это я тупил. Это вот так делается просто. Точнее, не вот так, а со стороны головы нужно бежать и... Вот, вот это надо было сделать. Господи, ну они и придумали задание. Так, стенка пошла первая. Капец, какой слабый апперкот. Я бы сказал, даже ужасно анимирован апперкот. Так. Интересно, как тут матч должен закончиться? Я честно не знаю, потому что я его не смотрел. Ну, сейчас посмотрим. В игре всегда эти моменты более-менее хорошо передают.
Так. Ауч. Вау. Красиво. Ох, так, бэксплоудер. Но это мне сигнатурку, да, надо? Мне еще скопить надо. Сигнатуру-то, капец. Копить-то долго, ну ладно, сейчас накопим. Сейчас опять усиление сделаем, наберем. Давай, усиливаемся. Так. Так, через скрипт пробегает, капец. Так, ладно, будем копить на сигнатуру, раз ее так нужно провести по заданию. По-любому там еще, наверное, задание будет руку довести до желтой, до красной. Так что я лучше это сейчас сразу доведу до желтой. Так сказать, обгоню игру по ходу мыслей. Так, ну, как раз сигнатура наберется. Все отлично, сигнатурка почти есть. Надо, чтобы она реверсал потратила. Ну, реверсни. Реверсни. Блин. Мой дебилизм, блин. Все, мне уже нельзя бить. Она сейчас наберет этот. Точнее, у меня сейчас финишер наберется. Нужно как-то, не знаю. Во, вот этот хороший реверсал мне пойдет такой. Так. Фу. Дальше. Так, просто урон нанести, понятно. Ну, урон-то легко. Так. На. Отлично. Дальше что надо же делать? Так, to the floor at ringside. Короче, за рингом ей нужно решить провести. А. Вот что нужно было сделать. Просто включилась сценка. Там написано, что нужно было типа за рингом решипнуть, но в итоге вот так. Хватило этого, ладно. Бекки так идет по-мужицки. Мы его кто мог год назад подумать, что вот это все попадет в 2K20. Даже вот эта арена. Не, арену-то можно было приугадать, а что вот этот матч придется переигрывать, вот это уже было сложновато приугадать. Да, в сценках удары кендлстиком реалистичнее, чем в самой игре. Круто. На. Вот почему я мужик, Шарлот. Настолько тупая причина, что я не знаю. То есть сейчас все могут пойти кендлстиком кого-то избить и крикнуть. Вот почему меня называют мужиком, ля-ля-ла-ла. Пэмс. Оу. Оу май гуднес. Оу, судья так смотрел. Смотрите, Шарлот отлетела аж. Так, абринг. Все, что ли? Возвращаемся. Где у нее это DDT7 стоит? Так. Понятно, вот здесь. DDT7! Класс. То есть это еще подниматься придется. А нет, она меня бесконечно поднимает, не придется. Ну ладно. Так, нэкбрейкер. Ну все, это ее последний прием, который она сейчас мне проведет. У меня сейчас уже реверсалы вернутся. За ринг иди, мне нужно задание проходить. За ринг. Я не пойду на ринг, давай за ринг. Мне надо DDT7 тебе проводить, вот это, да. Есть, дальше. Дальше. Ой. Так, взять оружие, черт, тупанул вообще, сейчас не то сделал.
Блин, надо как-то ее убрать, а то она мешать сейчас будет мне. Во, отлично. Можно было опять же просто нажать, не тратиться на это. Так, стул берет Шарлотт. Бекки тоже. А вот этот момент знаменитый. Когда куча стульев будет на ринге, сейчас так у игры физика сломается от такого. Сейчас лимит превысится. Да, волосы все портят. Вау. Мощненько, ничего не скажешь. Пять стульев, вот шестой уже, сейчас от Шарлотт будет седьмой. Восьмой, если я не сбился со счета. Сейчас будет девятый, десятый, я так понимаю. Было прикольно, если бы они в воздухе друг об друга ударились, эти стулья. Шарлотт еще взяла стул. Бекки уже не хочет, да, доставать? Так, Бекки побежала атаковать. Господи. Так. И вот стул как раз есть. Смотрите. О! Их, кажется, можно брать. Так, четыре раза я нужно стулом ударить. Два. Три. Четыре. Так, дальше. Рам. Так, баррикаду ее, короче, закинуть. Она закинула меня. Клево. Она закинула меня, ладно. Давай сюда. Вылезет эти? Сложно, что ли? Блин. О. Так. Так, не получается у меня. Просто все контрит, как обычно. Ну давай, ну вот она, баррикад, давай. Не та, что ли, баррикада, или что? Хоть другую надо? Что там нужно? А, понятно, нужно было прям прием сделать. Все понятно, нужно было сделать именно прием. Да, есть же такой прием, что-то тупанул. Так, она что-то мне не хочет приемы проводить, ну ладно. Блин, вот так бесит, когда бот просто стоит и на тебя смотрит и ничего не делает. Потому что потом он вот так вот сделает. А потом вот так. Хитрые боты-то, а, в игре иногда бывают. Иди сюда. Мне это нужно тебе сделать на баррикаде прием. Е-е-е, да, уйду, уйду я. Только ты вернись. Блин. Так, вот сейчас должно получиться наконец-то, потому что у него реверсалов нет, а я могу спокойно проводить. Вот, все, наконец-то. Дальше. Дальше, 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 дальше. Так, понял, нужно ее захватить между всеми стульями этими. Блин, прикольно так-то выглядит. Так, может она что-нибудь сделает, как-нибудь поставит, можно будет какой-нибудь прием провести. Так, бэксплоудер. Не получается.
Так, бэкдроп. Офига себе, они реально такое в матче проводили. Так. Manhandle Slam. Так, как он у него там где стоит? Понятно, через R2. Я сейчас тогда на стульях попробую. Так, вот, отлично, давай. Так, через R2 на стульях, давай. Во. Manhandle Slam. Бамс. Дальше. Септап. Стол в углу. Понятно. Пойдем устанавливать стол. Стол в углу. Правда, стул мне не позволяет его закинуть, блин. Да не стул, стол бери. Установил. Дальше. И что оно не засчитало? А, установить, понятно. У угла, типа. Ближе к углу. Так, что ли? Все понятно. Там даже они написали do not. И он так. Так, теперь захватить ее в захват. Сори за тавтологию. Рядом. Короче, со столом. Вот. Все, в принципе, понятно. В принципе, понятно, да. Да, сценки тут долгие. Думаю, эта серия выйдет достаточно длинной. Так, Бекки. Бекки хочет спрыгнуть. Бекки, Бекки. Шарлот не хочет, чтобы Бекки прыгала. Вот это стомпы. Так, сейчас будет, походу, мунсолт. Да, только стол не разбился. Это, видимо, боч был. И вот боч. И в игру перенесли, я так понимаю. Так, попытка номер два, я так понимаю, сейчас будет. Так, ну, Шарлот, давай. Лезь на канат, Шарлот, лезь. Все этого ждут, что ты проведешь. Это второй раз подряд. А теперь что-то другое, да? Она не разворачивается. И Шарлот теперь. Ого! Сентон через стол. Красиво. Так, нам сейчас вставать придется. Нет, вот игра вернулась. О, еще стол появился. И взять лестницу нужно по заданию. Вот приколюха, а? У меня даже не появляется эта штука, чтобы подняться. Я ее лучше подниму на всякий случай. А то вдруг еще не поднимется. И будет прикол. Так, лестницу взять, отлично. Куда ее поставить? За рингом? Так, in the ring. Атаковать ее на ринге лестницей. А, мне игра не позволяет ее это занести с той стороны. Так что я обойду. И сейчас игра не позволяет занести. И эту игру возил далеко и надолго. Вот теперь только позволила, капец, пока я по кругу не прошелся. О, блин. Она мне хочет, по-моему, болевой сделать свой, да, четверку? Нет, не хочет. Показалось. Так. Упади, пожалуйста, а. Спасибо.
Мне просто тебя нужно лестницей бить, как бы. Да японская ты женщина, возьми ты этот гребаную лестницу так. Три раза. Раз. Два. И три. Дальше что надо сделать? Поставить ее, отнести. Бодислэм, серьезно? Вот про бодислэм это неожиданное задание, ну ок. Бэмс. Все. Скорее last player standing во время прохождения этого шоукейса. Так, сейчас будет восьмерка с помощью лестницы. Да, это будет жестко. Я даже не знал, что они такое проводили здесь. Походу, реально проводили и такое, смотрите. Да, проводили и такое. В итоге это было не очень долго. О, божги мои святые. Бекки, ты как там? Пипец, посмотрите, что с Бекки. Твою дивизию. О, боже. Я так и думал, что что-то должно произойти. И вот оно произошло. Да, Бекки. Бекки вообще не в себе. А, фух. Так. Ступеньки ее сейчас надо, короче, аришвипнуть. Окей, сейчас, надеюсь, она ко мне сама выйдет. Я ее аришвипну. Так, давай. Дальше. Так. Окей, бить за рингом надо, понятно. Ох, какой тяжелый элбоу. Сколько в нем души в этом тяжелом элбоу. Так, все, да, наверное? Все, дальше. Что дальше надо сделать? Так, комментаторский стол. Снять крышку. Поставить лестницу рядом с комментаторским столом. Да ёбаная театр. Надо ее опять поднимать сейчас. На всякий случай. Так. Дальше. Залезть. Фронт от South the Ring. Так. Так, я понял, что нужно сделать. В общем, ее в сторону стола решипнуть. Но она меня сама решипнула. А еще и лестница сломалась. Сейчас она мне не позволит этого сделать, капец. А, ее нужно было захватить, а не решипнуть, сори. Я опять не так прочитал. Невнимательно просто смотрю на экран. Лестница, я смотрю, и так без особых проблем стоит, кстати говоря. То есть, что я ее ставил, что не ставил, это вообще пофиг. Даже стол я не тот разобрал, кстати говоря, тоже пофиг. Так, если я не путаю, вот это вроде бы конец матча. Вот этот. Leg drop. Как Ол заорал. Так. Да, у Бекки Атирка, конечно, как купальник летний. Official Crown. Что за артхаус? Зачем мне это субтитры всунули? 7. 8. 9. Нифига себе. Нет, не до конца встала. Так. Так.
Так, избиение, избиение Шарлот Флэр от Бекки. О, даже вот это можно было взять. Ну да, только со сценкой. Угу, похоронная заживо, да. Все. А почему судья не отчитывает? Она же в нокауте лежит. Он, по идее, должен отчитывать. Он, по идее, должен отчитывать. Вот, все, начал отчитывать. А Бекки просто села в ожидании. Офигеть! Вот это сейчас анимация лица была, вы видели? Все, Шарлот проснулся. Почему на троне матч не показывается? Это очень странно. Экономим, что ли, на энергии? Электроэнергии экономят. Спир. Офигеть. Вот это эпичный матч достаточно. Судья опять невозмутимый. Так, сетап. Блин, вот теперь ей бы взяли бы этот стол. Так, рядом со ступеньками, я так понимаю. Блин. Нет, вылези оттуда. Опять поднимать пришлось. Так, давайте еще раз посмотрим. Окей, понятно. Так, бери. Ага, только мне игра не позволит поставить здесь. Только вот так. Так, еще раз. Одержите стол за рингом. И вот так, рядом с этими чертовыми ступеньками. Так, сейчас. Не хотелось бы финишер получать и проигрывать матч, конечно. Так, держи. Так, чё она не ставит-то его, блин? Поставь. Она только вот там хочет, видимо, поставить. Опять надо ее поднимать, то она сейчас проиграет. Офигеть, красиво было. Так, задание прошли, ребята. У меня аж память закончилась на записывающем устройстве, капец. Так что мне пришлось все перекинуть срочно на комп и продолжить запись. У нас задание сейчас захватить ее за рингом, но она у нас повисла. Это капец. Блин, ненавижу баги в этой игре. У нас Шарлот просто зависла. Насколько я надеюсь, мы практически прошли матч, потому что еще вроде бы осталось чуть-чуть. Мне сейчас надо за ринг выкинуть, и тогда по классике вот так ее сейчас выброшу. Блин, так. Ну, ёперный театр. Вон, давай, выкатывайся. Давай, выкатывайся. Только главное слезть, я тебя сейчас скину. Блин. Так, все, теперь нужно просто ее надо взять в захват. Все, наконец-то. Фух, долгий матч, ребят. Уж память закончилась на нем. Шала тут, конечно, вообще выносливая. Так, Шарлот хочет опять провести мунсолд, как мы видим. Лезет на канат. Ой, Бекки-то поднялась. Бекки к ней присоединяется. Как это звучит, интересно. И бомба. Опять там кол орет, так.
Опять пошел отсчет. Стол опять как-то странно надломился. Очень странно. Господи, как Кол-то орет здесь в этом матче. Все, Бекки победила, защитила свой пояс. А потом в декабре его проиграла, я помню, Аске. CLC. Там еще Шарлотт была. Толпа даже музыку ее поет. Прикольно. Я же думал, сейчас весь женский ростер выйдет, но нет. Офигеть, смотри, задание на 4 страницы. Причем на 4 полные страницы даже. Вот это да. Мощно, мощно. А у нас, я так понимаю, друзья, остался последний матч. WrestleMania 35. Саша, ну ты ведь там обиделась на всех, что тебе пришлось проиграть титул. Так, ну а потом вы их проиграли на WrestleMania. Так, вот эти великолепные сюжеты, которые подводили к WrestleMania. Серьезно ли они хотели матч на WrestleMania в мейне? О, даже чайно показали. Так, а остальные моменты с Манией, наверное, покажут уже после этого матча, я так понимаю. И вот наш, друзья, мейн-эвент с WrestleMania 35, я так понимаю, играть опять за Бекки Линч. Ребята, конкретно данный матч с 35-й Манией выйдет в отдельном видео, в отдельном 6-м выпуске, так как оказалось, что он достаточно сложный, в нем много заданий, и боты постоянно мешают тебе и выигрывают. Я его играл на этой записи,
И все в итоге вышло на 2 часа. Я считаю, что это очень много, так что этот матч я спокойненько запишу и выложу отдельно. Всем спасибо, кто смотрел эту пятую, как казалось, предпоследнюю серию. Всем всего хорошего, всем пока-пока.